Всем привет, с вами Фиоранис, мы продолжаем прохождение GTA 3, едем на VC к Джои Джоэл, короче, ну, на буковку We have orders for various vehicles, check our dice board for requirements. Время идет, а Лёшка так и не умеет водить машину. А that's conquering trunk. Just beautiful. All right, just the guy I need to talk to. All right, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming. Пиздёж, выхановенный пиздёж. Нам не сюда. А что поделать? Что поднимемся? Хотя нет, что-то припоминаю. По-моему, с первого раза я ее не пройду. Farley Brothers. Yeah, I mean, sometimes it seems like the whole world's against you. I mean, you know, we're not talking about you. What kind of evil maniac are you? You got your own show. Да я мин пролистал. О, там за нами тачка. Минирует, что ли, едем? Так, от меня вроде отрубали, что-то надо. А, нет, это какой-то... А, это утилизация. Ничего не понял, ну ладно. Park in the market area, next to the vehicle will be crushed. А нахера мне зачем сюда привозить тачки и ломать? Или может быть как раз таки то, что они мне сейчас прислали смс-ку. Сюда нужно список машин привозить, как, например, в Vice City, в Сан-Андреаске. И там тачки привозишь, тебе какие-то штуки разблокируют. Я что-то здесь только не вижу никакого списка. Ай, ладно, по херам. Все равно не буду на сотку проходить. Тут на сотку по-любому надо сотку пакетов найти, вот это вот все. Дичь. Стой. Пожалуйста. Сука, догоню. Догоню. О, любимая тачка. Давайте сначала с этим Джоуи разберемся. Хотя, блин, что-то рядом. Ну нет, все-таки давайте с ним. Закончим сначала одни миссии, потом Z, потом S. She's on fire! Крутой обрыв, за такой пафос, я думаю, сейчас пролечу его. А ни хера подобного. Даже тачка цела осталась. Вот она, сила такси. Возвращайтесь между 6 и 14.
Ну ладно, значит, все-таки Т. Ништяк, кстати, может, почти на 200 кусках сидим. Клево. Неплохо деньги зарабатываются в этой игре, правда. В Vice City нормальные деньги начинают платиться только где-то во второй половине, а в San Andreas, по-моему, их вообще не будет. И столько, может быть, к концу. Triads and Tribulations. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of those... All right. Пацки, со мной что ли? Поехали на такси. Получается, мы на мафию работаем. Просто они уже на фьюзе херачат. Не, ну как бы логично, да, что мы на мафию работаем. Да? Уже прям вообще по полной. Вообще какой-то войнушка началась. А что надо? А, и все, что ли? Да, это было сложно. Пацаны, блядь, на заднем вообще чилит себе. Бля, я все сделаю сам. Даже не переживайте. Нет, не все я сделаю сам. Погнали на разборы. Давайте, пахни. Затащим. Так, только затащили мне. Прикольно, война началась. Напоминает San Andreas, где там война шла. Тоже банды перестреливали друг с другом. А, и в этом, по-моему, война шла. В Saints Row. Там наши постоянно с кем-то херачились. Кстати, чё? Триад, фиш, ван, ту, энтер. А где ж ее взять-то? Триад, фиш. Они вроде бы здесь катаются, по берегу. По набережной. Вот сейчас пиздим одну. Вылазь, пес. Чувак, ты же не обижаешься, да, что я переехал? Менты, заберите его, подозрительно. Надо было эту машину еще заминировать, как я понял, счастье. Открывайте, мать вашу. Спасибо, чувак. Ты был очень полезен мне. Чтоб я без вас делал. О, сейчас будет 6 часов, может, Джоуи заехал. Скоро моя любимая песня будет. The Gateway. What a ride she's gonna be, huh? What a ride she's gonna be. Да, да, опять он тачку чинит, все никак не починит, уже 10-я, наверное, миссия. Хороший ремонтник, сразу видно. Спасибо.
Stop Sound Hop. Той, четко. Кажется, мне тачку надо поменять. Пацаны, давайте... Вот нам пиздюлей сейчас даст. Такси. Таксист, мне кажется, мне тоже пиздюлей надо даст. Ну ладно. Вот, получилось-то. Банк. Чё, пацаны, о? Шейк-попс. Сбросить. Смотрите, и звездочку прибережем на всякий. Либо сейчас от копов надо будет уходить. Этот бит проебал. А, все что ли? А, я думаю, одного завалили. Три звезды. Нам все до пизды. Отлично. Уходим от погони. Умело, виртуозно, блин. Ебать, где вам тут уровень-то потеряют? Серьезно? Звезда там, наверное, не откатилась. Пацаны, валим из тачки! Надо найти покраску. Интересно, я могу сохранить с замутку? Да, могу. Смотрите, как быстро копов сбросить. Изи. Так, нужна тачка. Нужна тачка, которую мы сможем покрасить. Желательно что-то быстро. Возле буквы Т стоят обычно что-то. Курума. Курума. Спиздим там. Похиляемся вот здесь. И все будет хорошо. Ну просто, на, еще надо зайти, найти, где эта покраска находится. Карта есть. Так, где здесь покраска? Stop rock here on Head Radio.
Вот. Да, да, да. Возле дома, прям, за домом. Окей. Все, тогда берем Куруму. На ней проходим. Потому что таксишка, мне кажется, не покрасится ни хера. Да ну ёб твою мать. Ты, короче, сейчас за новый заедем. Все равно задание у него получается. Бля, там до 19 надо успеть. Сука. 10 секунд. Я успею. Да ну, я успею. Я смогу. Хуй. Сука. А, 14. Нет, тогда я в любом случае не успею. Нахер это надо, как будто я уезжал. Отдыхай, чувак. Blow fish. Okay, I've had enough of this shit. We're gonna finish the triads and Liberty once and for all. Eight balls break the dust cart with a bomb. It's on a timer, so if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful. Eight balls says it's real sensitive. The slightest. Да, чувак, да. Go. Кстати, неплохая машина. Даже перевернулась. Эффект Insane Bone. Она даже бонус дает. Хера. Приятно. Tommy, life was getting me down. I couldn't focus on anything. Damak. After trying Equinox, I've been employee of the month 3 times in a row. I used to fall unconscious for hours at a time. Now with Equinox, I never need to sleep. Equinox is new from Zaibatsu Pharmaceuticals. Типа я не должен получить урон и доехать на точку? Equinox, softening life's harsh realities. Here's one that brings down the house when I do my weekly Michael Hunt's Racquetball Jam at Liberty City's premier bowling alley. I'm Mike American Dream. Да, урона получать я должен прям по минималке. А иначе, наверное, рванет. По-любому здесь тротил. А, ну от этого они считаются. Нельзя с тачками сталкиваться. Сюда что ли? Сюда. Открывайте, ребята. Да, я так понимаю, сейчас рванет.
уже не важно. Так, все, с Т-шечкой закончили, да? И С-шечка. Ну, в принципе, поехали, будем пока сохраняться. Здесь вроде не сложно было. На мусоровозе приехать и все. Нормально, еще приедем на тачке вперед, прям к мафии на хату. Тачка еще едет с такими стальными яйцами. Тихо. Моя остановочка. Cutting the grass. Подстригает траву. The Colombian cartel is making spank somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. Лукашенко. Ай, так. А у них же тачки есть, да? Да, отлично, на их Мерси поедем. Мерси, Беха, Беха. Оно, кстати, управляется приятненько. Хорошая машина. Годнота. Ну, это я сам дурачок. Чё надо? Машину сидишь, что ли? Вообще мужик сидел, неловко получилось. А, ну, там за мной дурак бегает. Да сука! Спукометр. Какой нахер спукометр? Ой, блять, я уже съебу. За ним следить, короче, там. Так, здесь где-то парк, давайте похиляемся. Окей, я понял. За ним надо следить. А где хилочка? Пиздили. Художественный фильм. Окей, не смешай, ХП в принципе не так херово. Так, вот только с какой стороны к нему лучше подходить и следить за ним. Мне кажется, заезжает слева. Пиздец.
пацаны, вот ебитесь. Бля, сейчас тачку спиздят по-любому, блять, они выглядят как блядь, шпана валит, не. Мент. Вот там ходит подозрительный хуй. Ну, во что он сел? В таксишку? Отлично, едем в такси. Да, сложная миссия. Даже начать не могу. Басусь, если там прошлое мое место стоит. Я просто них тут стоянку сделаю. Погнали. Отспавнился. Бля, главный герой такой общительный. И самое обидное, у него никакой ни предыстории, ни истории, вообще ничего нет. Мы вообще ничего про него не знаем. Единственное, знаю, что да, он занимался гонками в Сан-Андресе. Там подцепил где-то Каталину. Вот. Они приехали в Либерти-Сити. Грабанули банк. Она его подставила. Он или сидел в тюрячке, его перевозили, или должен был сесть в тюрячку. Вот это непонятно. И получается все. Вот сейчас мы тут работаем на всякий криминальный авторитет. Кто он? Что он? Какая у него предыстория? Вообще ничего нет. Хотя что, в дальнейшем у нас тоже не сомнительно. Про Томми Версетти тоже мало что известно. Только то, что он, по-моему, нахерачил людей много. Сел в тюрьму надолго. Потом его освободили, он поехал в Мэнсити. Так что, в принципе, чё я возмущаюсь? Тихо, спокойно. Как он долго спадает. She's on fire. Ох, не люблю эти миссии проследить. Еще с ассасина. Про Карла более-менее есть. Там он тоже в тюрячку попал. Все остальное. Но он хотя бы правда хоть как-то раскрывается там. Из простого парня с района. До крутого гэнгста. Достойная предыстория, наверное, есть только в пятой части. Про Майкла и про Тревора. She's on fire. О, сучка. Were you followed? You know what goes on here is our little secret. No, I wasn't followed. You got my stuff. Ебать, она оглобли, получается. Выше мужика. На голову. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what could he possibly got to worry about? Стукач. Я сейчас по-любому ёбнуть надо, точно. Кудрявый Боб. Пиздец тебе, кудрявый Боб. О, еще одна звездочка, теперь знаю где. С
аспиринка. Там, по-моему, силу повышается за медленные действия. Так, можно заехать, в принципе, вот сюда. Пройти ограбчу. Или попробовать пройти ограбчу. Отлично. Странно, почему называется Gateway. Gateway — это, по-моему, ворота. Какие в пизду ворота. Там сидим овощем, пока грабит банк. Так, может, считается как отходной путь или что-то в этом роде. Так, где здесь будет какая, блядь? Вот она. Так, берем тачку. Можно меньше корсица. Head radio. Они так прикольно под музычку выдержали, потом начал песню. Четко совпало. У меня на телефоне когда-то был, когда я в первый раз в нее играл. Прыжок на рампе под классическую музыку, это второе радио по счету. И чисто так прикольно совпало, и чисто под эту музыку классическую летишь, такой в замедленном действии, знаете, как во всяких комедиях и фильмах и прочем. Было круто. Сомневаюсь, что этот видос где-то сохранился, но я помню, что таковой был. Все, крики, покричали, сделали два выстрела. И никто не вышел. Один? Прикольно. В прошлый раз вышло трое. Так, ништяк. Ты мне помогли. Я не раз... Мне не разворачивается. Ой, блядь, параша. Бля. Бля, не надо звезду, надо забрасывать. Хуярит. Отлично. Так, для меня проще. С двумя проще. Так, где-то здесь вот он как раз. Ну нахуй четырехдверную брал. Так, 1000 и копов как и не бывало. Ну, да, я думал, они стоят сзади, сейчас я в них ёбываюсь, и они снова за нами. Нет. Бля, ну с ограбления банка должны хорошо насыпать. Вот 1100. Сто. Давайте сохранимся от греха. А, ну и у нас осталось только Сальваторе. Леоне. Домик, конечно, интересный.
Что-то как-то тускло. О, девка стонет. Отличная песня. Она тоже у меня там где-то ВКонтакте была. Что-то Дидип, что-то там, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. Это найти можно, господи. Приживание бомб до Base Act 1. While we're involved with the triads, we ain't strong enough. The cartel has got bottomless funds from pushing that spank crap. If we make an open attack on them, they'll want to... Ничего не меняется, только текст. Так, не, я возьму Мерсик, вы что? Так, там девка стоит. Чего вы кормите какую-то на эту песню? Бля, я так понимаю, вот на горе элита, да, особняк. Где он? Короче, где-то вот там. А здесь, я так понимаю, все их подручные живут в нищете. Под горой. Акт второй. Yo, my man. Salvatore phoned ahead, but a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need $100,000 to cover expenses. But you know with me, you get a lot of bang for your buck. Come back, brother, when you have the money. Какие нахуй тебе 100 штук? А, ну у меня они есть так-то. Okay, let's do this then. I can set this baby to detonate, but I still can't use this baby to detonate. Ага, а. Помню ее, да. Сейчас его прикрывать нужно, короче. Ебать, 100 штук сожрал. Я для тебя, что ли, зарабатывал, сука. Садись, давай, стану еще девку слушать дальше. Ну, правда, заканчивается уже. Песенку найдем. Что тут у нас? Хрень. Здесь... Может, очень... Здесь, в принципе, все радио неплохое. Есть тут две песни клевые. Остальные так. Ну, для меня, по крайней мере, опять же, вкусы у всех разные. Может, кто-нибудь вообще все песни, может, кто-нибудь вообще не может. Только рэпчик. Рэпчинг. Начнет двигаться после первого выстрела, что ли? Так, пацки автоматы стоят. Интересно, если я запарю эту миссию, я проебу сотку. Хорошо, что я сохранился, кстати. Удачно, удачно, да. Так, мне, по идее, надо куда-то наверх. Снайпера обычно наверху сидят. Ну, в принципе, да, вижу. Не знаю только, как я смогу туда залезть. А, все, знаю. Блин, ну чем хороша пятая, там даже по лестницам лазить можно. В четвертой не помню, есть такая фишка или нет. А вот в пятой годно, годно. Все, ебашим. А приблизить как? Так. Контроллер сетап. Твою мать, вот и угадывай, что здесь. Page D. Так вот, X и Z. Поехали.
сука. Все, всех перестрелял. Да похоже, да. Блядь, там столько калашей. Мы не узнаем, прыгаем мы с той штукой или нет. Беги, Форест, беги. Прыгай. Я думал, с корабля просто сиганет, как в экшене в каком-нибудь. Он просто, блядь, убежал как курица. Every night is my dream. Извиняюсь. Так. Неплохо. Я отдал ему сотку, он там получил 150. Приятно. Серьезно? Какого джипа такой движок? Необычно. Так, что у нас? Опять эсочка. Так, где здесь? Так, вот. Медцентр. Давайте до полного. Прям глаза кровоточат. Отлично. Так, где в Квестоне дальше интересно? Курумыч тут стояла. Last requests. My favorite cleaner. Иди обниму. I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of в восторге от тебя. Ты что-то вынес. Была маленькая работа. Выйдешь клуб. Мозги. Перевожу с Валктер. Так это получается. Take it crusher. Ни хрена не понял опять. Какую тачку вам надо ёбнуть? Курум это Ати? Наверное, да. Так, нет, эту херню не хочу брать. О, соседочка в игрулечку заходит. Так, здесь главное не уебаться опять. Я люблю каждый раз, когда выезжаю, впендюриться в дерево. Я думаю, особо внимательные зрители заметили это. Да. Твоя мать, ты лучше машину бьет. This is Maria, the car's a trap. Meet me at the slip top of the Kalyan Bridge. Окей. Ну да, я помню, что здесь какая-то подстава, и типа у мужика крыша поехала. Слушай, Сальваторе думал, ну, Софин, картел, ордер,
And the worst thing is, it's all my fault because I told them we were in Idaho. Don't ask me what, I don't know. Короче, я так и не въехал. Он то ли думает, что мы мутим с его тёлкой, то ли он думает, что мы замешаны с вот во всем вот этом кипише, типа мы работаем на картель. Короче, дед вообще поехавший. Да, и сейчас, по идее, для нас откроется вторая часть острова. А радио что, здесь нету? Здесь физика воды, конечно. 2000 какой? Первый, по-моему, год. Неплохо. Отлично. В центр. Вот это моя любимая часть города, пожалуй. Манхэттен. Так, нам вот сюда. Чтоб, конечно, статую свободы тут не намутили хоть какую-нибудь. Saints Row и то об этом позаботились. Сделали пародию. Я вот только не помню, а где здесь мы сохраняться будем? Здесь же тоже у нас вроде будет дом. И на третьем острове потом у нас тоже будет дом. На третьем острове я помню, там где-то какие-то прикольные домики, а здесь не помню ни хрена. Помню, что тоже будет гараж, хата, 20 штук, дом. Поехали, посмотрим дом, а миссия, наверное, Асуки будет проходить в следующей серии. Карты опять нету. News just in from the traffic desk. Repairs to the Callahan Bridge have been completed. Since the explosion, engineers have been working around the clock to get traffic flowing between Portland and Staunton Island once again. Остров. Единственное, только не помню, тут поездочка. Блин, ну, мне вот нравится здесь, конечно. Классно, классно. Полиция. Там калаш у нас появился. Дробаш, калаш. Броня. Да, правильно, кстати, надо прикупить, я думаю. Грены. Винтовка. Гранатки. Пистолетик, ну это. Конечно, понимаешь, что он нахер не нужен, да? Так, отлично. Все, мы затарились, теперь нам помирать нельзя. В принципе, можно купить еще калаш. Ray Trades paid for new and used imperishes vehicles. Bring them. Чё-то непонятно, да? Теперь, по-моему, тачку типа им доставить надо. Я так понимаю, они пишут, какую им тачку добавить, и им надо на эту машину привезти. Наверное, это так работает. Так, тут у нас покраска, тут у нас Асука. Реально, я не помню, как здесь выглядит хата. По-моему, она где-то во дворах каких-то. Вот, будет свое уютное гнездышко. Все, вспомнил, да. Неплохо, неплохо. Так, ладненько, будем сохраняться. И дальше пойдем с вами уже в следующей серии по миссиям. С вами был Фил Ранис. Всем пока и до новых встреч.